Если женщина входит в твой дом, потеснись, уступи ей просторы, где болезничьи разговоры, споры, слезы своим чередом. Если женщина входит в твой дом, приготовь свое сердце к трудам. Если ты удостоился чести быть хоть сколько-то рядом и вместе, если стерпятся рай и бедлам, приготовь свое сердце к трудам. Если женщина входит в твой дом, приготовь свое сердце к разлуке, позабудь про вино и науки, стань прозрачным, как день за окном. Если женщина входит в твой дом, подчинись и глазам, и речам, ну хотя бы сначала для вида ты узнаешь, что боль и обида исчезают всегда по ночам. Подчиняясь губам и плечам. Расскажи ей, как можешь, про то, что печалит тебя и тревожит, что ты чувствуешь сердцем и кожей, про Шопена, про джаз и Вато. Если что-нибудь помнишь про то, если женщина входит в твой дом, может быть, она послана Богом, и жилье твое станет чертогом, и отныне ты к тайне ведом.